Добрый день. Меня зовут Татьяна Полякова. Татьяна Полякова, «Этикет». Ситуация. Москва. Приглашений на вечерние выходы больше, чем багажа. Так бывает. Выезжать сложно. И потому я вошла в ЦУМ. 5 выходов и 5 этикет-советов. Hello. Это могла бы быть я. Да. Вот это арт, вот это настроение. Вау. Итак, выход первый. Большой театр. Основная сцена. Опера «Лэнгрин». Платье, которое должно быть у каждой дамы. Стиль – это немного шутка над модой. Современный новый мех. Я, кстати, сторонник нового меха и... Лайфхак. Театр не любит крупных букетов и сложной сценографии в костюме. Не конкурируйте с артистами и костюмерами. Итак, вполне ожидаемый выход. Классика. Женственность. Но я все еще в резиновой обуви. А резиновая подошва, не резиновая обувь, с театром не дружит. Почему? Просто потому, что жарко. Не нахожу, что все эти пары относятся к вечернему дресс-коду. Я всегда предпочитаю закрытый нос. Мой выбор очевиден. Бижутерия для ног. Позолота. Новая сцена Большого театра, балет «Орландо». Армани – король мужского костюма, мужской смокинг. И вопрос, должна ли дама в театре снимать шляпу? Ответ – нет. Шляпа – часть моего образа, но чем позже время суток, тем уже поля шляпы. И никто не может попросить меня демонтировать шляпу, потому как за порядок никто из зрителей. За порядок в театре отвечают не зрители. Но пришло время снять шляпу и... Для этого у нас есть бабочка. Все, тот же Орландо. Орландо и не только Орландо. Простите, Надя Ауэрман. Мне кажется, в Орландо мне придется ходить много раз. А если не брюки, то мы можем отдать место творчеству. Вообще, мне кажется, что ЦУМ – это музей современного искусства. Удобно с ценами. В партере будет много мужчин в черных пиджаках и в белых рубашках. А в этих же цветах будет дирижер, оркестранты. Хотите выделиться? Нэнси Рейган научила меня. Флэш, вспышка. Пусть это будет фуксия, но это может быть и алый, это может быть старое золото и очень новое серебро. В дождливый вечер. Почему нет? Должен ли мужчина открывать даме дверь и помогать ей выйти из автомобиля? Да, если он работает парковщиком или валет, да. И сменная обувь. Мне кажется, если бы все эти известные марки придумали сумочку для сменной обуви, это был бы бестселлер. В дождливый день я не хочу портить свою бижутерию ног. Фестиваль современной хореографии. Контекст Диана Вишнева. Если джентльмен помогает с пальто, прежде всего он сдает свое пальто и затем мгновенно перехватывает пальто дамы. Вполне современно, не так ли? Поддержать премьеру вполне современно. Чем выше дресс-код, тем дороже ткань. Поэтому и black tie может быть и мини, и миди, и микро. Кстати, если разрезать бедра,
то это всего лишь микроплатье, ни в коем случае не длина в пол. Это очень пестрятка хорошо. Двубортный не полнит. Двубортный значит портновский. И количество ткани. Это всегда работает на вас. И еще один пример микроплатья. Пайетки, высокий дресс-код и многослойность. Большой драматический театр. Санкт-Петербург. БДТ. Не путать с ДЛТ. В Петербурге мы можем утеплиться. Как, кстати, дама снимает плащ. Всегда подкладом наверх. Это может быть, конечно же, кожа. Полькадот. Мой обожаемый горох. Обожаемый мной горох. И он меня тоже любит. Немного драмы. И цветов, которые не вянут. И акцент. Обувь. Не везде в Петербурге я пройду в моей позолоте. Мы говорим о принтах, и мне кажется, это прекрасное настроение. Явно в этом я никогда не заявлюсь в офис. Поэтому легкий апгрейд дресс-кода. Почему нет? Мари Джен. Никто никогда не отказал, потому что после любого спектакля все равно бежишь пешком по набережной в белую или темную ночь. Пусть цветы достанутся не артистам, а мне, и пусть они будут из поэток, но мы же, в конце концов, за экологию. Признание артистам – это грамотные аплодисменты. Кстати, знаете ответ? Напишите, может ли дама громко и умело беседовать. Из многоэтажной галереи современного искусства с ценами на то он и торговый дом, приглашение, выход пятый на вернисаж в галерею Алины Пинской. Признаюсь, я мечтаю встретить там Ольгу Львовну Свиплеву. В ноябре может быть прохладно. Новый мех. Я сторонница нового меха. И никакая не чебурашка. Прошу не называть леопарда чебурашкой. Белое значит чистое и дорогое. Но мы же сказали, что это современное искусство. Кстати, эти вещи попадают в архив. Мы никогда не называем прошлый сезон. У меня это всегда называется архивом. Я не сама это придумала, поэтому коллекционеры и мы. Даже прет-а-порте может быть прекрасным лотом наших частных коллекций. Шикарная резина. Шикарная резина цветов. Это тоже новый лот для коллекции. Не может быть много. Цум и точка. И мне кажется, я заслужила бокал игристого, сервированный на подносе Кристофель. Еще один лайфхак. Начищенное серебро. Идеальный реквизит для того, чтобы проверить макияж. И вопрос, который меня всегда волнует. Что лучше или что хуже? Быть overdressed или underdressed? Если у вас есть ответы, пишите. Благодарю. Искренне ваша. Татьяна Полякова, Татьяна Полякова. Этикет. Прощаюсь с вами на втором этаже. Сумма. Я пошла за стол.